О столь мгновенной помощи жильцы многострадального общежития по Чертыгашево 27 в Абакане только мечтают. Сегодня они вышли на акцию протеста перед зданием правительства. Люди обратились к республиканским властям с требованием вмешаться в судьбу здания жильцов. Напомню, в 2003 году общежитие «Абакан-вагон-Маша» было продано частному лицу. И почти сразу жизнь его обитателей превратилась в коммунальный кошмар. В здании отключали свет, воду, канализацию, закрывали жильцам доступ в туалеты. Несколько лет назад обвалилась часть наружной стены. Аварийное крыло пришлось восстанавливать городским властям за свой счет. Среди других бед – запрет на прописку. С 2007 года жители не могут зарегистрировать своих детей, получать выплаты. А за нарушение паспортного режима приходится платить штрафы. Собравшиеся сегодня на площади жильцы рассказали. Недавно у здания появился новый собственник. По их информации, это 22-летний житель Усть-Абаканского района по фамилии Смирнов. Теперь люди боятся, что их снова попытаются выгнать из комнат. Через суды выселяли нас. Мы суды все выиграли. Мы остаемся в этих комнатах. Требуем, чтобы наши дети в нормальных условиях жили. И регистрация, чтобы было у нас. Без регистрации наши дети. В армии даже не забирают наших детей без регистрации. Люди написали очередную жалобу, теперь в Генеральную прокуратуру. И намерены, если ситуация не изменится, ехать с акцией протеста уже в Москву. Городская администрация повлиять на собственника не в силах. Сегодня к протестующим никто из республиканских чиновников не вышел. Но вечером с ними решил встретиться уполномоченный по правам человека Александр Чистотин.